Сейчас говорим о хоккее. Евгений и Борис Майорова, Павел и Валерий Буре, Владимир Александр Голиков. Вскоре в эту славную компанию хоккейных братьев могут ворваться еще двое. Артур и Арсений Лаута. Ну, старшего Артура вы наверняка знаете по выступлениям за «Авангард», конечно, и российскую молодежку. А младшему Арсению пока всего 11 лет. Он готовится к своему первому крупному турниру Кубку «Газпромнефти». Розыгрыш пройдет в конце апреля в его родном Омске. Артуру Лауте 21 год, от призер молодежного чемпионата мира, нападающий взрослого «Авангарда». Брат Арсений на 10 лет младше, он форвард детской авангардовской команды. Его цель этой весной – борьба за кубок «Газпромнефти». Задача минимум – выйти в финал турнира. Оба Лауты – лидеры по духу, оба снайперы – похоже по манере игры, но, как считает мама... Они разные, и каждый хорош по-своему, у каждого есть какие-то определенные качества. Подробнее о качествах Артура и Арсения рассказывает тренер, который сначала работал в школе «Авангарда» со старшим, а теперь шлифует мастерство младшим. Игровыми качествами, конечно, Бог одарил обоих, и того, и другого, пониманием игры, я имею в виду, и самоотдачей, и целеустремленностью. Характером. Оба характерные парни. Работал и с тем, но, по крайней мере, тому старшему младше не уступает. Кубок «Газпромнефти» для ребят 10-11 лет – главное соревнование сезона. Ну, мне кажется, для меня это такой самый первый, ну, такой важный турнир. Ребята ждут этот праздник, так скажем, уже давно. Для них можно даже сказать, правильно вы сказали, что Олимпийские игры у них маленькие. Подготовка идет по всем фронтам. Тактическая, физическая и еще психологическая. Ведь пацаны впервые в жизни будут играть перед заполненными трибунами. Тут важно не испугаться и не растеряться. Стараемся объяснять, чтобы ничего их от этого не отвлекало. От игры я имею в виду, чтобы они были сконцентрированы только на игре. Чтобы на трибуны никакого внимания не обращали. В этом плане работа ведется. В Омске надеется, что апрель 2017-го станет победным и для Артура, и для Арсения Лауты. А лет через 7-8 оба брата сыграют вместе в одном звене. Я мечтаю об этом и желаю своим детям встретиться на льду. Когда-то в нашем хоккее гремели имена братьев Голиковых. Сейчас все говорят о братьях Радуловых. Очень может быть, что герои будущего – братья Артур и Арсений Лаута из Омска. Андрей Блохин, Артак Мурадян. Все на матч. Омск.